движется. Али перетрусил, господин Великий Новгород? Сирот, пожалей, позабудь обиды, Ярославич. Встань за дело новгородское. За обиду русской земли встану. Господин Великий Новгород. Надоело мне это поножовщина. День дерусь, а два в тоске лежу. Хотел был на Волгу податься, поиграть топорищиком. Ольга Данилова, дай знак. Кому из нас сватов засылать? Оба вы хороши. Дайте срок. Скажу слово. Иди, князь, дружина новгородские! И скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля.